Роспотребнадзор заверил, что вылечить новый коронавирус можно и посоветовал родителям напомнить детям, почему надо мыть руки, пишет интерфакс. Не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса, так же как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания, говорится в сообщении Роспотребнадзора 30 января. В зоне риска тяжелого течения заболевания находятся дети и люди старше 65 лет, а также люди с ослабленной иммунной системой. Ведомствами отметили, что новый коронавирус, как и другие респираторные вирусы, распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками, рта носа или глаз, пояснили в Роспотребнадзоре. Самое важное, что можно сделать, чтобы не заразиться, поддерживать чистоту рук и поверхностей, заявили ведомстве. Также надо стараться не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. В России пока никто не заразился новой коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг вечером в Минздраве Российской Федерации со ссылкой на данные Роспотребнадзора.